НГПУ! С Новым годом! Ой, перепутал. Бабуля, с Новым годом! Да мне не пять, не то. С юбилеем НГПУ! 85 лет! Будь таким же мудрым, как дедушка в свои 85. Будь таким же, не знаю, умным, как какой-то Титан 85. И будь так же счастлив, как отец 11 детей, которых я сейчас и поздравлю отдельно. Поехали! В общем, у меня всегда была тройка по ИЗО, ну почти, там четверка по ИЗО в школе, но я постараюсь нарисовать наш университет. Институт искусств. Желаю не рисовать так, как я, и раскрасить жизнь нашего университета яркими и красивыми красками. Без негатива, ребят, извините, так получилось. ИСН. Малины зимой, конечно, не вырастешь, но мы можем ее вывести. Селекционеры, вперед! А так, ребята, что хотелось бы вам пожелать? Счастья, здоровья и любви. Бригада П, вы супер. Это вам. Муа! И миск. Здесь вы не будете воблерами, но от вас бенефит я не прочь получить. А вообще, будьте всегда такими же гостеприимными, как вы всегда и являетесь, и будете, и знаете меня или не меня, не знаете. В общем, с юбилеем! В общем, Эфми, вы можете, пожалуйста, мою начитку проверить? Ну, да и программка у меня сомнительная, честно говоря. Ну, а вообще, все люди, которые делают нашу речь лучше, а наше информационное поле чище, я вас поздравляю с юбилеем! Ой. ППК, у меня даже освобождение есть. У меня освобождение есть, я не буду ничего делать сегодня. Но поздравлю. С юбилеем! Это как шестое поздравление, только на одно побольше. Спасибо. А вы знали, что все студенты произошли от студентов НГПУ? А вы знали, что цифра 85 в юбилее – это количество тысяч лет? 85 тысяч лет университету. Кто знает? А вы знали, что не стоит устраивать раскопки на территории университета? Ай. Но даже я в своем далеком краю произвел раскопки, вот, посмотрите, и нашел кое-что. Желаю и вам всегда находить такие чудесные артефакты вдали от университета и всегда вспоминать о нем с добротой и счастьем. С юбилеем! Давай. И поздравления для Экимпа! Встречайте, Никита Запивалов! Я не умею петь! В общем, зато ребята станцевать могут. Смотрите. Мы отплываем каждый год с этой гавани. Айде хотелось бы поздравить словами о том, что мы, учась в нашем университете, можем найти общий язык абсолютно всегда. А для ФП у нас эксклюзив. Как меняется выпускник после выпуска из НГПУ? Ну, на самом деле, моя жизнь, конечно, изменилась после педа. И я стала более коммуникативная, и моя жизнь, то есть, заиграла новыми красками, познакомилась меня с новыми людьми. И я очень благодарна НГПУ за ту школу, которую я прошла в течение обучения. Ууу, с юбилеем! Идем по тематике. НГПУ 85 лет. 85. Мы складываем эти цифры, получаем 13. Вроде бы несчастливое число, да? Чёртова дюжина. Но мы вспоминаем, на чью территорию мы заходим. А это территория математиков, физиков и ФМИПов. То есть получаем 31. Делим это число на 3. А почему на 3? Потому что я не буду вам 3 раза повторять. Делим на 3, получаем 10,1. Округляем, потому что я стою на Земле, притяжение физика. Округляем. В итоге мы получаем примерно
10. А это что? Правильно. Ускорение свободного взлета. НГПУ, только вверх, только вперед. С юбилеем. Куда поступаешь? НГПУ. 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 Слушай, слушай, куда ты поступаешь? Куда? НГПУ. С юбилеем, рамки! Что так запомнить сложно, ну? С юбилеем, НГПУ! Лучший университет в этом мире! Поступайте все и переходите по ссылке в описании! Заполняйте документы! Дорогие мои фия! Мой любимый факультет иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета. Конечно, я хочу поздравить и нас с этим великим праздником. 75 лет нашему факультету. Это очень много и круто. На самом деле, я очень рад, что я нахожусь здесь, что я учусь со своими одногруппниками, с ребятами, просто однокурсниками, да, ребята старшие курсы, младшие. Очень приятные люди, хорошие, прикольные. Желаю моему факультету еще больше таких людей, как мы, как преподавателей еще больше, самых лучших, но старых тоже оставь, но не старых. Ну, вы поняли, о чем я. Никто не обижается, я вас всех люблю очень сильно. Вот. Это такой тоже опять мини-подкаст в конце про ФИА. Я очень рад, что мы здесь с вами. Я очень рад, что я учусь здесь. Надеюсь, вы тоже очень рады. Желаю всем процветания, любви, добродетели делать побольше и прочего. Поздравляю нас с нашим праздником, 75 лет нашему факультету. И поздравляю с праздником наш университет. С юбилеем! До свидания.